Всем привет, друзья, с вами Диома и Стив. Я продолжаю выживать в Майнкрафте в кубическом выживальщике. Здесь выживаю без всяких текстур паков, без модов. Ну, так а шейдеры есть. Перед началом этого видео хочу сказать, что если вам понравится эта серия, то не поленитесь, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Ну что ж, я приступаю. Так, в прошлой серии что я сделал? Кстати, тут у меня все деревья повырастали, которые посадил. В прошлой серии я сделал вот что. Я спустился в ту жуткую, прижуткую, заброшенную шахту. Тихо. Во, молодец. Сейчас я туда спущусь получше. Ты думаю, не сдохну. Вот это жуткое место, где меня два раза где-то убили, что ли. В общем, да, вот. Я планирую сделать ферму пауков. И, собственно, что? Вот тут находится первый спаунер. Сейчас. Где блок земли? Вот. И где-то я еще видел второй спаунер. Для чего мне это нужно? Мне это нужно для фермы, чтобы я тут все потом облагородил, как-никак. И приходил уже сюда, фармил этих восьмилапых друзей. Это куда вот меня ведет сейчас? Взорвись уже, красавчик. Так, тут золото есть. Можно его, в принципе, взять. Так, где-то здесь, короче, был второй спаунер. Вот он. Здесь он находится. Ой, там паук появился. И можно реально здесь все облагородить как-то получше. Приходить сюда и фармить их. Тихо, он меня заметил. Бежим. Вроде уже отстал. Скотина такая. Их опять же можно по приколу все засыпать. Ну а если честно, фиговенько. О, зомби. Тихо, не падай. Зомби, ты что там делаешь? Войти, а я тебя пущу к себе поближе. До свидания. Потом с него уголь выпал. Думаю, с каких топор с зомби выпадает уголь. Кстати, да. Что еще хочу сказать? Теперь я выживаю на версии 1.16.1. Да, это новая версия, оказывается, здесь у меня уже были шейдеры. Да. О! Третий спаунер, офигеть. Вау! Небесная кара книжка. Бери все. Блин, тыква, факела, рельсы всякие. Плохо смотрю. Нет, туда не пойду. Я в прошлый раз, оказывается, тут плохо смотрел. Много чего еще пропустил. Ладно, я возвращаюсь на поверхность и включусь, когда что-то будет. Так, друзья, я вылез из шахты. И, в общем, что я еще решил... Вау! Тут еще и торговец со своими ламами. Ну-ка. Что продаешь? Если честно, ты продаешь какую-то фигню. Не хочу тебе ничего покупать. Убью сейчас этих твоих лам, и тебя заодно. Ты не плюси давай на меня. А ты куда пошел? Плохой торговец. Все. В общем, вот что. Я планирую сделать пиксель-арт овечки. То есть, вот 4 стены с ее мордочкой такой вот. И это будет все под стеклянной крышей у меня. То есть такая вот фермается, они у меня будут под крышей, и у них там светло будет. Ну, в общем, как-то так. Мне сейчас нужно пойти поспать. Тогда уже я приступлю к строительству. Сегодня я хочу заняться фермой овечек. А потом уже фермой пауков. Вот такие вот у меня планы. Кстати, да, надо было пойти их размножить. Так, ребят, я пришел сюда, на этот бережок, добывать песок. Мне нужен будет для стекла. Так, это рыба. Я подумала, там кубик земли плавает. Да, песок мне пригодится. Там спинка. Для такой вот стеклянной крыши моей. Мне желательно, конечно, сейчас будет поделать побольше печек. Булыжников у меня, думаю, много. Если немного, то я его добуду легко. Рытьем шахты. Да, я еще особо не пользовался. Мазью по всяким заковыркам этим пещерным. И, в общем, что?
В общем, вот. У меня 37 песками, по-любому на эту крышу стеклянную хватит. Плюс еще у меня где-то там стекла должна оставаться. В сундучках. Ну да, вот. Так, здесь 19 слитков. Нет, это сюда давай. Всякие драгоценности пусть тут будут. Надо еще печку сделать. А, у меня еще есть печка, офигеть. Ведь забыл. Давай где-нибудь здесь поставим вторую печку-буржуйку. Отсюда я заберу все. Сюда перенесу. Пусть пока тут железка переплавится. У меня еще лишнее золото есть, кошмар. Такс. Так, будем смотреть, что мне надо для этого пиксель-арта. Сразу говорю, где строить пиксель-арта, я взял у Дмитрия скрынька. Мне очень понравилось, как он так делает. Он делал это в своем выживании ванильно сложном. Здесь я так вот сделаю. Так, смотри, какой пиксель-арт? Мне 6 на 6 получается. Да. То есть мне нужна розовая шерсть, это легко будет добыть. Белая, черная и доски. Так, ну розовая, я думаю, это с помощью мака у меня сделается, да? Спокойно, или что? Подожди, давай проверим. Это сейчас, я знаю, будет красный краситель. А вот розовый. Белый нужен. А еще белый делается? Я просто не понимаю эту новую механику. А белый это типа костная мука? Подожди. Надо мне сбегать сейчас назад посмотреть. Это костная мука или что? Вот это очень дебильно сделали, что добавили эти новые красители. Мне должны быть кости где-то. Вот, 4 кости. Дек. Одну сделай, 3 муки эти сделай. Вот так я объединяю. Ага! Какой же бред, а? Так, окей, мне еще надо побольше таких штучек наделать. Розовый краситель. Получается, там черный, синий, то же самое. Бери весь этот мак. Маковая полянка это. Тут же есть где-нибудь еще? Вот там вот дуванчики растут. Ладно, штучки две еще оставлю. Да и куда мне столько? Так, ладно, пошли. Пошли, понесли. Сделаю сейчас тебе побольше этих красителей. Вот, мне... На первое время должно хватить. Это пока убирай. У меня уже черная шерсть валяется. Стеклышко тут переплавляется. Можно уже немножко сюда отправить. Так, это убирай. Мне нужны эти ножницы. Сейчас я пойду подстригу своих овечек. А, включись, когда будут какие-то сдвиги. Так, ребята, я здесь себе тем временем сделал нормальный уже, наконец-таки, огород. А то, что у меня вот это кошмар, с этим надо что-то делать. Я вот, собственно, уже меры предпринимаю. Все, окей, теперь у меня везде есть вода. Это выросло, это бери. Семечки отдай мне, я это сейчас посажу. На всякий случай тоже сделаю. Это вот оставлю, а он то надо будет все мне потом поубирать. Ладно, приступаю к пиксель-арту. Так, ребята, напряженный момент. Тут у меня схватка с эндерменом, я вообще не понимаю, откуда он взялся. Тихо, умри. Скорее воду. Вот в воде и в безопасности. Я на него смотрел, и он на меня все равно напал. Кстати, гляньте, он еще и блок держит. Идет сюда. Ты почему это у нас ночью такой злой? Днем такой злой. Ты же как паук не должен атаковать в такое время. Сломай. Вот. Понял. Не с тем Стивом ты связался. Еще и блоки ворует собака. У меня все по идее плохо. Мне нужно кого-нибудь срочно рубануть. Ну, одного из моего баранов, например. Пойду себе что-нибудь пожарю. Так, ребят, как видите, популяция моих лесов сократилась.
Да, мне нужны деревья сейчас для построения пиксель-арта. Ну, точнее, для куба, для куба, на котором будут располагаться эти рисунки мордочки овцы. Так, ребят, ну что-то наподобие вот этого. Я там опять же рассадил по новые деревья. Вот, уже новое выросло. Вот даже до сюда дошло поселение мое. Вот не зря заготовился лесами. Березками пригодится попозже. Да, у меня такой куб. 8 блоков в длину, 8 блоков в высоту. 8 блоков в ширину. Теперь буду строить пиксель-арт. А вот для этого мне уже пригодятся как раз-таки березовые доски. Поэтому, березка, увы, мне теперь придется и тебя снести. Из таких вот деревьев остался только вот этот ветвистый. Мне его лень было рубить. Ух ты, ух ты. Все плотно здесь засадить этими деревьями. Так, они прямо на каждом шагу эти ростки валяются. Так, в общем, чё? Получается внизу. Так. Так, на один пиксель должно хватить. Так, я так понял, это вот так вот делается, затем так вот, да? Дальше посмотри на меня. Затем розовый идет. Ага, и потом это все симметрия, короче, потом пойдет. Снеси это. Это не то сейчас. Теперь надо шорстку покрасить. В розовый цвет. Так, березки тоже надо мне сажать. Березки тоже не вредные. А я надеюсь, где-нибудь тут еще есть биом темного леса. Или там тайга. Это мне тоже бы не помешало. Так, вот у нас. Окей. Так она делается, да? Бери все. Это такой язык ее, да? Да. Так, блин, сколько шерсти. Уже вырос малой. Офигеть. Издевайтесь, мне теперь к вам зайти еще надо. Да, всех яйца потом туда перенесу. Такс. Дальше просто все в досках. Окей. Блин, а! Потом я уберу. Такс. Вот так вот. Окей. Ладно, вернусь, когда я построю уже его. Так, ребят, мне нужны сейчас вот эти вот друзья мои. Такие вот. Спруты. Может, как-то их ферму можно сделать? О, дельфин даже плавает здесь, офигеть. Тихо. Да ну, дыши. Мне нужен черный краситель. Ну куда ты поплыл? Ну больной что ли совсем? Ну, тихо. Что это было? Что сейчас за эффект был? Где вы все? Да блин, были только что тут. А все, его нашел, вон где они плюхаются. И как за поводок можно пройти, не знаю. Так, окей, чернильный мешок есть. Вон, в глуби там спрятался среди этих ламинарий. Умри! Скорее убивай его. Убей его срочно! Все, сплывай. Зачем мне эти ламинарии нужны, не знаю. Фух, сколько? 4. Окей, пошли обратно. А в чем польза ламинарий? Я знаю, что там вроде можно сушеную ламинарию сделать. А ну, можно ее вообще есть? Так, это дельфины, они вроде атакуют, поэтому я их не буду трогать лишний раз. Всплывай давай. Так, ну что-то типа этого. У меня получилось. По-моему, неплохо. Теперь точно так же я делаю с этой стороны. И... Да, так у меня теперь вот эта белая шерсть. Сменится на черную, а потом на серую. Типа разные овцы там. Да, я планирую так сделать. Сейчас, кстати, я их сейчас постригу снова.
Ты не взял, что ли? Ты куда? Вернись! Тихо, нельзя. Ладно, давай заранее. Я сейчас заранее их заведу. Поставлю там стекло и на этом закончу. Так, ребят, что ж, я это все сделал уже. Осталось только... Кстати, да, свеклу надо посадить. Осталось только овец перевести. У меня поводок есть. Я не знал! У меня есть поводок, оказывается. Так, где это валяется? Вот. Кусочек сочной пшенички. Сколько родстона там, офигеть. Подожди. Кстати, у меня тут еще и тыквы растут. Так посадить, чтобы тыкве не мешать. Офигеть, тут уже места нету даже. Я не думаю, что у меня таких успехов с огородом тут будет. Где бы это еще посадить? Да, вот это я пока что еще пусть будет оно, а потом я это все уберу. Потому что мне тут это безобразие не нужно. Так, овечки, я сейчас вас... Блин, я забыл, мне нужно это... Хочу сделать. Ах, двери. Пусть будут такие березовые. Они даже красивые. Ах, там какие-нибудь темно-дубовые. Вот это все давай складирую сюда. Так, вот это мне сейчас пригодится. Все, овцы, выходим из этого тесного загона уже. Наконец. Ну давайте, выходите, не толпитесь. Ну что это такое? Ненавижу я это. Это цель все равно толпится. Как вот мне это нормально сделать, я не понимаю. Все. Уходи. Да собака ты такая! Тихо. А почему вот это такая тормозная? Ладно, убирай это нафиг. Все равно уже не пригодится тут. Так, пойдемте за мной. Курица, тебе здесь не место сейчас. Давайте, заходите, все. Вот это тут уже стекло все закрыл. Ну что вы тормозите? Заходите тоже. Ну что ты тормозишь, давай. Все, кормлю вас. Просто так еще тебя покормлю. Так, вот это мне еще надо сейчас убрать, будет ножницами. И уже можно будет закончить. Вау, сколько уже деревьев тут повырастало у меня, офигеть. Вау, вот это дуб. Вот так вот у меня все хорошо уже. Заканчивается эта серия. Да, не было таких жестких сражений, но раз с Эндерменом тем. Конечно, пиксель-арт недоработанный, я буду все еще это дорабатывать, но это потом уже. Наверное, это доработаю за кадром. В смысле, вообще даже серию снимать в это время не буду. Ладно. А, не ладно. Сейчас, что хочу сделать? Вот, я хотел убрать. Сколько у меня здесь барахла всякого. Кстати, я уже могу делать портал в ад. Кремень легко будет добыть, железо у меня есть. Ну что, такая алмазная кирка. У меня алмазов на нее хватает. Ладно. Че, овечки, нравится вам тут? Им тут бессмысленно делать деревянный пол, потому что им нужна трава для развивания. Для развития, вот. Нормальное слово. 9 шерсти, окей. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Дима Моисеев. Всем до встречи, всем пока. Точнее, ребята, пока.